32 года назад начался процесс, который дал старт всему российскому бизнес-сообществу. Организаторы Дня предпринимателя в Ленинском районе сопоставили это число с количеством фигур на шахматной доске. Да и весь праздник был так или иначе связан с этой увлекательной игрой. А если подумать, шахматы и бизнес очень связаны. Предпринимателям, как и шахматистам, присуще стратегическое мышление, тактика, все, что помогает одержать победу. У каждого по-разному складывались первые шаги в бизнесе. А сегодня многие имеют не только надежное дело, но и уважение среди коллег. Год назад предприниматели Ленинского района решили объединиться, создав отделение торгово-промышленной палаты. Приглашая в палату предпринимателей, они получают возможность общения между собой. А самый главный момент – это торгово-промышленная палата выступает площадкой для диалога между бизнесом и властью. Мы, в общем-то, решаем вопросы и помогаем предпринимателям в решении их проблем и вопросов. Игорь Куимов, президент торгово-промышленной палаты Московской области, поздравил виновников торжества с праздником и вручил ряду представителей бизнес-элиты района дипломы за большой личный вклад в развитие предпринимательства. Андрей Александрович Ковалев, руководитель отделения ВТБ банка. У вас очень хороший диалог бизнеса и власти. Это говорит о том, что ваш глава с уважением относится к этому диалогу, с уважением относится к вопросам, которые поднимают предприниматели. Среди представителей бизнес-сообщества много молодых людей. Есть и женщины, которые успешно сочетают материнство и такую непростую работу. Светлана Федотова открыла салон красоты с желанием изменить в лучшую сторону это направление. Быть одновременно мамой двоих детей и бизнес-леди не просто, говорит она. Но свое дело для нее тоже значит немало, хотя деньги не главное. Мне главное самореализоваться, то есть я вот что я задумала, воплотить это в жизнь, сделать все красиво и, наверное, лучше, чем у других. Я такой перфекционист, мне надо лучше, выше и сильнее. Еще один важный аспект для многих предпринимателей – благотворительность, которой они занимаются по велению сердца. Шамиль Магомедов уверен, каждый бизнесмен, стоящий твердо на ногах, может помогать другим. Сам я рос как бы в бедной семье, и как бы мало чего хватало в семье. Благотворительно занимаемся в основном людям, которые реально не на что как бы покушать. Для меня это очень приятно, потому что как бы человек не отчаивается. Человек идет дальше, борется со своей проблемой. Шамиль Магомедов – один из тех 10, которые в этом году влились в дружную команду бизнес-сообщества Ленинского района. Всем им в этот день вручили членские билеты. Таким образом, число участников районного отделения торгово-промышленной палаты превысило 40 человек. Всех их с Днем предпринимателя поздравил глава муниципалитета Валерий Венцель и поблагодарил за совместную работу. Спасибо за то, что вы встречаетесь, за то, что вы общаетесь и задаете правильные и нужные вопросы нам, как представителям органов местного самоуправления, ставите те задачи, которые непосредственно вам, в первую очередь, лучше видны. Валерий Николаевич пообещал, что и впредь местная власть будет прислушиваться к людям бизнеса и по возможности помогать. В знак этого плодотворного взаимодействия все участники праздника сделали на память общее фото. Татьяна Брылова, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ.